Сервісні центри МВС почали безкоштовно видавати довідки про відсутність судимості на руки. В період карантину цю послугу можна було отримати лише в електронному форматі. Довідка про несудимість може знадобитися в абсолютно різних випадках. Зокрема, вона надається під час оформлення на роботу, виїзду за кордон чи усиновлення. І хоча отримати документ можна у віконці сервісних центрів, одеситам рекомендують реєструватися онлайн, щоб мінімізувати черги. Если мы заказываем, лучше эту строку через онлайн, получаем подтверждение о наличии ответа и единым посещением получаем эту справку в бумажном виде. Потому что не все организации, которым необходим этот документ, не все организации принимали электронный вид этой справки. Также эта услуга является бесплатной, она очень удобна. Ранее, насколько я знаю, она была платная до того, как начали выдавать ее мы. Щоб отримати довідку, треба написати заяву, надати паспорт і протягом 30 днів забрати її в сервісному центрі. Щоденно цією послугою користуються сотні громадян. Справка о несудимости – самая популярная услуга не только на территории нашего региона, но и по всей Украине. За полгода было выдано 10 тысяч 12 таких справок. То есть люди пришли и заказали, забрали в бумажном виде. Лидер по выдаче – это февраль месяц. В январе было 3 500 выдано, в феврале – 3 700. Дальше идет на уменьшение, потом был карантин, поэтому людей не принимали.